команда тренера фитнес-клуба «Жираф». Меня зовут Катя, а моих помощниц Оксана и Юля. И мы подготовили для вас экспресс-фитнес-программу на новогодние праздники. Всем известно, что новогоднее застолье полно гастрономических искушений, которые негативно отражаются на нашем состоянии здоровья и внешнем виде, то есть фигуре. Поэтому мы дарим вам комплекс упражнений, которые быстро и эффективно улучшат вашу фигуру, ваш внешний вид, который укрепит ваше здоровье и, конечно же, просто поднимет настроение. Итак, первый наш комплекс направлен на формирование и укрепление мышц бедер, ягодиц и талии. Ну и начнем мы, конечно же, с разминки. Потянулись вверх, потолок, выдох. Еще вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. И последний. Маршируем на месте с правой. Начнем с шага, который называется степ-тач. Еще 4, 3, 2, степ-тач. Добавим руки, скрещиваем перед собой. Еще 4, 3, 2, захлёст. Захлёстываем так, как ягодицы. Добавим руки вперед. Еще 4, 3, 2, 2 шага в сторону. Double touch. 2, 2. Теперь скрещиваем шаг, приставить. Шаг скрестить, приставить. Шаг скрестить, приставить. Прямые руки перед собой. Еще 4, 3, 2. Добавим колено. Колено по одному. По одному. Выше. Еще 4, 3, 2 и open step. Шаг носок. Открытый шаг. Еще 4, 3, 2. Рука вверх, диагональ. 8. 4, 3, 2. Ветки вместе. 2. 4. 3. 2. Прямая в сторону. 4. 3. 2. Вперед. Еще 8. И повторим все сначала. 4. 3. 2. Степ-тач. 8. Еще 4, 3, 2. Захлёст, захлёст. 4, 3, 2. И грейв. 4 раза. 3, 2. Последний. Колено 8 раз. 8. 4, 3, 2. Open step рука вверх. 4 и 2. Еще 4, 3, 2. Прямая в сторону. 4, 3, 2 и вперед. 4, 3, 2 и стороны в сторону. Open step. Садимся ниже. Согрелись, девочки? Еще 8. Садимся ниже. 4, 3, 2. Выпады по одному. Выпады. 4, 3, 2. Касаемся руками пола. 4, 3, 2. Потянем руку в сторону. В сторону. 4, 3, 2, вверх, диагональ, 8, 4, 3, и снова в пол, по одному, в сторону, вверх, 4 раза, и повторим, 1,
Привет! Отлично, собираем ноги и прогибаем спину. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз. Поднимаемся вверх. Вдох. Выдох. Еще раз. Выдох. И последний. Маршируем с правой ноги. Переходим к основной части. Начнем с приседа. Поставьте ноги на ширине плеч. Когда мы садимся вниз, следите за тем, чтобы колени вас за носки не выходили, а так оттягиваем назад. Спина ровная, живот подтянут. 4, 3, 2, поехали. В медленном темпе. Выдох. Еще вдох. Выдох. Еще два раза. И последний. И будем ускоряться. Выдох. Поехали. Быстрее. Выдох. Вдох. Выдох. Следите за тем, чтобы у вас спина была ровная, живот подтянутый, колени за носки не выходили. Вдох. Выдох. Вдох. Еще 4. 4. 3. 2. Последний раз и задержались. Сидим. 8. 4, 3, 2, хорошо. Теперь будем делать выпады назад. Начнем с правой ноги. Когда вы делаете выпад, тоже следите за тем, чтобы у вас угол был 90 градусов вдоль. Спина ровная, живот подтянутый. Приготовились? С правой ноги назад. Поехали. Вниз. И чуть быстрее. 8. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох, выдох, 6, 5, 4, еще 3 раза, 3, еще 2, последний раз, и то же самое с другой ноги, поехали, 8, выдох, все время дышите, даже если вам тяжело, 6, еще 5, 4 раза, выдох, 3, два, последний. Хорошо. Теперь проработаем талию. Будем делать повороты только вправо. Приготовились? Начали. Выдох. Выдох. Следите за своим тазом. Он не должен поворачиваться в сторону. Только корпус. Выдох. Еще 4. 3. 2. Последний раз и в противоположную. 8, 7, 6, 5, еще 4, 3, 2, последний, теперь вправо-лево, выдох, 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 еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, хорошо, закончили, молодцы. Теперь мы все три упражнения соединим в единый комплекс. Мы сделаем присед, добавим выпад и поворот в талию. Готовы, девочки? И начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Еще 4 раза. Присед, выпад, поворот. Присед. Выпад. И еще 2. И последний. Хорошо. Отлично. Теперь у вас, если дома есть коврик, вы можете взять коврик и будем заниматься на полу. На коврике мы проработаем мышцы талии. Опускаемся на бок. Опорная у вас правая рука. Другая рука за затылком. Лежим на боку. Подтягиваем ногу на раз вверх. На два тянемся к носочкам. На три опускаемся. И в исходное положение. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох.
Не забывайте дышать на усилие. Выдох. Выдох. Последний раз и задержались наверху. И задержались. Тянемся носок к носочкам. Еще 4, 3, 2. Хорошо. Укрепим наш результат. Поднимаемся в планку. Кому тяжело держаться на вытянутой руке, можете опуститься на локоть. Это облегченный вариант. 4, 3, 2. Хорошо. Садимся в позу ребенка. Отдыхаем. И переворачиваемся на другой бок. Также опорная рука у вас на полу. Лежим на боку. Другая рука у вас за затылком. Подтягиваем ногу вверх. Тянемся носочком. К носочку. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Еще 6. Вдох. Еще 5. 4 раза. 4. Еще 3. Осталось 2. Совсем немного. Выдох. И последний раз. Задержались. 8, 7, 6. Держим, держим. 4, 3, 2. Хорошо. Становимся в нашу планку. Подтянутый бок. Обязательно рукой тянемся в потолок. Четыре, три, два. Садимся в позу ребенка. Отдыхаем. Ложимся на спину и прорабатываем снова талию. С круглой спиной, взявшись под колени, опускаемся вниз. Поставили ноги в положении стола. Руки вытянули в стороны. На счет раз. Опускаем. Два, возвращаем. Три, другую сторону и поднимаем. Делаем 8 раз. 4, 3, 2 и начали. Раз, два, три, 4. Следите за тем, чтобы у вас рука лежала на полу, лопатка и плечо у вас не отрывалось. Вдох, выдох, вдох. Хорошо. Еще 4. 3. Вниз. Еще 2. Выдох. Последний раз. И немножко усложним задачу. Сделаем наклон. Вытягиваем ноги вперед. Сгибаем колени. И возвращаемся. И то же самое в другую сторону. Приготовились. Еще 4. 3. 2. 8 раз. И 1. Вытянули. Согнули. Выгнулись. И в другую сторону. Удерживайте плечо и лопатку на полу. Выдох, вдох, выдох, вдох, вдох, выдох, вдох. Не тяните пятки к ягодицам, держите голени параллельно полу. Выдох, вдох, выдох. 4, 3, делаем еще 4 раза. Наклон, выпрямили, вернули, исходное положение, вдох, выдох, вдох, еще 2 раза, вдох, вдох, и последний, вдох. Хорошо, беремся под колено и с круглой спиной поднимаемся вверх. Мы закончили нашу основную часть, теперь мы переходим к заминке. Опускаемся на правый локоть. Кому сложно опуститься на правый локоть, тот просто кладет ладонь. И вытягиваемся в диагональ. 4, 3, 2 и в другую сторону. 4, 3, 2. Хорошо. Разворачиваемся лицом к коврику. Кладем одну ногу. Сгибаем колени. Опускаемся вниз. Растягиваются мышцы ягодиц, мышцы бедра, внутренняя бедра хорошо тянется. 4, 3, 2, хорошо. И поменяли наши ноги. Поменяли другую сторону. Потянулись.
Делаем глубокий вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. И последний. Вдох. Выдох. Мы надеемся, что вам с нами было интересно.